Семья 23-летнего Владимира Власова, которого на пешеходном переходе в Капшагае насмерть сбил водитель городской прокуратуры, боится, что виновный избежит наказания. Смертельное ДТП произошло 6 июля около часа ночи. В обвинительном акте сообщается, что водитель, управляя автомобилем «Шкода», не снизил скорость перед пешеходным переходом и допустил наезд на человека, который переходил улицу по зебре. В результате ДТП от множественных телесных повреждений молодой человек спустя 6 часов скончался в больнице. Сам водитель скрылся с места преступления, а дело получило общественный резонанс. В суде адвокат семьи погибшего обратилась к судье с просьбой об отводе прокурора города Капчагая от дела, так как он не подсудимый коллеге. Мама умершего парня записала видеообращение казахстанцам. Все наши права нарушаются. Наследствие и все ходатайства игнорировались. В суде нам судья все время говорит, что у нас упрощенный порядок рассмотрения, всего 10 дней, и я не собираюсь делать отвод прокурору. Для этого нет никаких оснований.